Готовим мясной рулет. Берем муку, добавляем соль, воду, одно яйцо, растительное масло. Готовим тесто. Накрываем тесто полотенцем и приступаем к начинке. В растительном масле обжариваем чеснок, перец, фарш. Добавляем соль, перец по вкусу. Накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Начинка готова. Далее тонко раскатываем тесто. Сверху кладем начинку из фарша. Далее сыр. Сворачиваем все в рулет. Смазываем яичным желтком. И выпекаем 45-50 минут. Рулет готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.